Подача в штрафную. Удар Габриэла Паулисты, с которым справляется Тибо Куртуа. Вот и первое попадание в створ ворот Мадрида. Два голкипера. Антони Фуидес, Андрей Лунин. Мы же пока еще раз следим за тем, как пробил Габриэл Паулисто. Ну, прямо в ту точку, где находился Тибо Куртуа. Стартовала в этом сезоне. Команда набрала 10 очков в первых 4 турах и повторила свой лучший результат в 21 веке. С атаки Валенсии начинается вторая половина игры. Удар Уго Дуро. Ногой отразил мяч Тибо Куртуа. Куркия подает. И доходит мяч до Уго Дуро. Удар! Низом в дальний угол. 1-0. Валенсия открывает счет в этом матче. Впервые, выйдя в старте в составе новой команды, забивает бывший футболист Хетафе Уго Дуро в завершающей стадии атаки. То есть более острые моменты были как раз у команды Хосе Бардаласа. Долетел мяч до Уго Дуро после того, как его коснулся Лукас Васкес. Может быть, он вообще не собирался этого делать. Но что есть, то есть. Все-таки таковым по факту не является. Да, он освоил эту позицию. Но и в центре поля. Теперь нет Казимиро. Бензема. Бензема штрафной. Мяч под левой ногой. Удар. И снова в голкипера. Камавинга. Родриго. Играет с Васкесом по штрафную. Здесь Бензема разворачивается. Винисиус. Удар и гол. 1-1. Мадридский Реал сравнивает счет на 86-й минуте. Снова Вини. Снова дает результат. Как же он хорош в начале этого сезона. Повзрослевший, возмужавший Винисиус. Он уже не джуниор. Понятно, что был рикошет от ноги Димитри Фулькье. Бензема, кстати, голевая. Очередная. Пятая в 5 турах. Алаба. Начо. Винисиус. Еще одна подача в штрафную. И что это? Гол! Это Карим Бензема. В течение пары минут мадридский Реал переворачивает все с ног на голову. Винисиус и Бензема. Эти люди просто не уходят с поля без голов и передач в этом сезоне Ла Лиги. 2-1. Игроком этой встречи как автор единственного мяча. Но Винисиус за пару минут. Гол плюс пас. И 6-й мяч в 5 турах этого чемпионата для Карима Бензема. 11 очков по системе гол плюс пас. Как они друг друга чувствуют? Ведь оба мяча. Один отдает, другой забивает. 13 очков набирает в стартовых 5 турах команда Карло Анчелотти. Ну а Винисиус и Карим Бензема продолжают зажигать. Сегодня, конечно, невероятное сопротивление встретила мадридская команда. Валенсия была страсть как хороша.